Меня зовут Аманжулов Тимур, сейчас живу в Караганде, зашел в областной музей изобразительного искусства, сейчас нахожусь в переходе между двумя залами, здесь тоже идет экспозиция, выставляются, значит, два художника, это Айтбаев Салихитдин Абдысадыкович и Абу Турсен. Ну, тогда давайте я буду показывать, а аннотацию я выложу к видео. Так, это Абуев. Знатный столевар Темиртау. Такая работа. Работа старая. Это какой год? Ну, вообще здесь обычно выставляются из запасников музея. То есть, соответственно, это не новая работа, а то, что уже хранится в запасниках музея. Значит, это кто? Тоже Абуев Курмангазы. Композитор. Курмангазы. Тоже Бог в трудные годы. О, какая работа. Иду подальше. Да. Детали сколько? Серпом стоит. Ребенок за спиной в платке привез. А провожают на фронт. Или что это? Наверное. Провожают. Забирают, что ли, на войну. Не знаю. В общем, ладно. И Айтбаев. Картина какая яркая. Сестры. Девочка зеркало держит. Очень интересная работа. Маски такие, но мощные. Так, Айтбаев. Иллюстрация к сказке «Девочка и кот». Я даже не знаю такой сказки, но она есть. Так, Айтбаев, песни казахов. А техника это что? А форт? Так, ну все. В переходе обычно здесь немного. И в основном здесь и это из запасников музея. Приятного просмотра.